28 сентября в Ростове-на-Дону состоится предпоследний, пятый этап картингового чемпионата на выносливость. Соревнование, организованное автогонщиками из Санкт-Петербурга, проходит в этом году впервые. Заезды здесь длятся 12 или 24 часа на современных французских картах Sody Sport, а призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Мы закупили достаточно большое количество, 25 картов, и пытаемся сделать парк абсолютно ровным, то есть там уложить разницу в машинах в 0,2, в 0,3. Пока это удается. Также планируем каждый год менять, обновлять парк для того, чтобы спортсмены получали удовольствие от езды. В марафонах Endurance Karting Championship выступают абсолютно разные спортсмены. Любители приезжают на заезды, чтобы повысить свой уровень мастерства и пообщаться с настоящими профессионалами. А профессионалы, в свою очередь, принимают участие, чтобы тренировать выдержку и поддерживать физическую форму. Мы собираем, анализируем всю статистику, чтобы спортсменам было интересно участвовать, а также после гонки посмотреть ее, проанализировать, кто ехал хуже, кто лучше и так далее. Этого нет нигде в мире, то есть это действительно очень интересно. География чемпионата широка. Этапы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Рязани и Ростове-на-Дону. Финальную же гонку 26 октября примет город Грозный. Там же состоится торжественное награждение победителей. У меня зрел план создать такой чемпионат, причем сделать его лучше, чем это сделано даже, скажем так, у лидеров на мировом уровне. Я знаю, что доработать по судейству, по ровности машин, по какой-то спортивной составляющей.